Всем здравствуйте, с вами Илья Морозов, и я вокалист группы Concrete Age. Данное видео снято специально для газеты Победа 26. И в этом видео я вам хочу рассказать о нынешней обстановке в Великобритании на период коронавируса. В данный момент я нахожусь на одной из улиц города Чизлхерст, который располагается в графстве Кент. Город Чизлхерст находится приблизительно в 17 милях от центрального Лондона. Справа от нас вот имеется паб, в данный момент который, естественно, закрыт. Рестораны приблизительно должны открыться в начале июля, по последним новостям. Давайте посмотрим. Давайте-ка с вами прогуляемся к ближайшему парку и посмотрим, есть ли у нас там люди вообще или нет. Как видим, в самом парке людей предостаточно. Это при всем при том, что сейчас 6 часов вечера. Народ на улице выходить не боится. Особенно в такие солнечные дни. Ну, вышли бы мы чуть пораньше, наверное, людей все-таки было бы больше. Давайте-ка с вами оценим движение на одной из центральных улиц города Чизлхерст. Ну, как бы не густо и не пусто. 6 часов вечера. Народ, я так полагаю, в пятницу едет с работы сейчас. Касаемо ситуации с группами. Сейчас, естественно, ни у кого никаких концертов нет. Фестивали всевозможные проводятся в режиме онлайн. Все, что нам остается делать, это изобретать какой-то домашний контент. Таким образом, чтобы люди, как говорится, сохраняли интерес к нам. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел вам на сегодня рассказать. Берегите себя. Пока.